перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Слушайте, меня слышно вообще? Слышно? Меня слышно? Нет, не слышно? Походу, меня не слышно. Ребят, а вам слышно ту музыку, которую я слушаю в наушниках? Слышно то, что я слушаю в наушниках? Нет? Поставил сам себе музыку. Серьезно, слышно музыку, которая у меня в ушах играет? Ой, это вообще замечательно тогда будет. Серьезно? Не может быть. Короче, угар такой. Я создал этот, сделал запись ВКонтакте, типа сейчас я сделаю трансляцию в Инстаграме, задавайте свои вопросы, бла-бла-бла. Сейчас такой захожу в ВКонтакт, ну думаю, сейчас начну трансляцию. Зачем мне эта запись? Удаляю ее. И не прочитал вопросы, блядь, забыл, блядь. Сука. Ну, мне кажется, там ничего не было, то, что могло бы. Блядь. Сейчас, ребята. Бля. Этот. Короче, это вообще трансляция для тех, кто пишет ВКонтакте, пишет в Инстаграме. Меня вдохновило, сподвигло сделать трансляцию, то, что люди пишут. Сначала что-то, а потом, если не отвечаешь, они пишут: «Слышь, пидор, гандон, хуесос, зазнался». Ребята, не надо так делать. Пожалуйста. Мне очень неприятно. Не только мне, моей матери, которая постоянно проверяет мой контакт. Потому что, ну, у нас в семье так принято, у нас тотальная слежка. И... соответственно, вот. Все, если есть тут те, кто писал, тысячи извинений, если я вам не ответил. Тысячи неснежных карибских извинений. Но мне не хочется отвечать. Что мне делать, больше не хочется. Вот, поэтому не надо писать, что я хуесос, что я пидорас, потому что это не так. Это я могу вам с точностью заверить. Вот, если надо, короче, пишите сюда свои ебучие вопросы, свои респекты. Я сейчас буду делать вид, что мне это приятно. Ну и все в таком духе.
Непривычно тебя видеть спокойным. Да, меня очень сильно. Когда будет твой BPM battle? Это надо спросить ребят, которые устраивают BPM battle, ребята. Сейчас мы постараемся максимально адекватно отвечать на вопросы, а не как обычно это делаем. Нет, хорошо, скоро у меня BPM battle. Очень скоро BPM battle. Тимур, бля, звук отстает. Бля, Тимур. Что, Арин? Хел, когда на биты залетишь? Если вот этот супер задаваемый вопрос, когда залетишь на биты? Во-первых, я залетал на биты, и я на них летаю. Вот, залечу, как только захочу. Как только меня вдохновит, или как только мне появится интересный оппонент. Когда заведете маленьких спасипохов? Маленькие спасипохи уже давно есть. Уже давно есть, бегают, бегают. Вот. Как относишься? Поправь прическу. Да ладно. Блин, кому чё, Арин? Блин. И, пожалуйста, не записывайте вот эту хуйню и не выкладывайте потом на YouTube. Не надо. Сейчас мы наговорим тут много лишнего по-любому. А чё, пацаны, круто было на битах, смайте. Да, знаю, Хел, как жизнь нормально, когда в Узбекистан, когда мама позовет и билет купит мне. Спасибо, бохи, пуха, тебе начисляют деньги за то, что сердечки кликаю. Конечно, начисляют, кликай, братишка, пока не состаришься. Ты откуда именно с Узбекистана? Да, я именно с Узбекистана. А откуда именно? Сергане. Кто из зарубежных спасипохов впечатляет? Только мои спасипохи мои. Только люблю своих спасипоху. Как относишься к Оксимирону? Оксимирон? С Оксимироном у нас очень сложные отношения сложились в последнее время. В связи с его... С нашими разными взглядами, как отцы и дети, вот примерно на таком уровне. Как попасть на Версус? Я устал Ригу разъебывать. Приезжай, разъебывай. Возьми логотип, Тимур, я серьезно, звук отстает. Ну и что мне сделать? Пусть догоняет, блядь. Догоняйте. Подгоняйте звук, ребята. Подгоняем. Кликаем сердечки, и звук будет быстрее. Я не знаю, что дают эти сердечки. Фергана на микстейпе. Да, будет ли комплиментарный батл Volume 2? Нет, не будет. Сразу после комплиментарного батла мы сильно разругались с похоронилом, потому что, ну, оба... Там, может быть, незаметно, но и я сказал то, что ему было неприятно слушать, и он сказал то, что мне было неприятно слушать, и мы очень сильно поссорились, можно сказать, и пока, ну, давно не общаемся. Там Сеймур батлил, что такое циклам, как относишься к гнойному, хорошо. Арин, ты не позорь меня, пожалуйста, что ты заставляешь всех обращать внимание на это? Как относишься к гнойному? Отлично отношусь к Славе, прекрасно. Вы же мужики, все равно ты разъебал. Но спорный вопрос. Утверждение. Реально с плохом поссорились, не шутишь? Ну, вы можете это у него спросить. Ему лучше знать, по какой причине. Отношение к Сеймуру. К Сеймуру двоякое отношение. До конца не определился. В принципе, лично мне ничего он плохого не делал, но... Как думаешь, Сеймур разъебет гнойного? Нет, конечно, не разъебет. Пиздани что-нибудь на своем родном, блядь. Я тебе могу поебало пиздануть. Конечно, я не буду этого. Давно началась транса. Непонятно, где ты серьезно, где постерония. Вот все мне говорят это. Где твоя кончается посторонняя грань? Ребята, главное поймать эту грань. Очень удобная штука. Когда ты можешь в любой момент сказать, ребята, это же просто посторонняя. Я просто иронизировал. Блять, смотрю вверх только из-за тебя и Хоса. Братик, у тебя что-то не так. С кем следующий батл? Следующий батл, кстати, с Хосом, блядь. Ой, блядь, этого нельзя было говорить, кажется. Кажется, этого нельзя было говорить. Конор или Хабиб? Хабиб, конечно. А как ко мне относишься? К тебе очень хуёво отношусь.
Хвост шляп разъебет, бро, если бой отлбует, он его разъебет. Что, блядь, что? Что? Что, блядь? Батл со старухой, хвост дулся. Ну ладно, значит, не будем батли с ним. Может и правда. Короче, ребята, я хочу разыграть. Хочу разыграть свою кофту, в которой я выступал на Версусе последнем. Похорониловскую кофту, так как, ну, мне достаточно не то что неприятно, а тяжело в последнее время носить ее, даже просто ее присутствие меня угнетает, грубо говоря. Вот, и я хочу ее разыграть. Сейчас я придумаю оригинальный интересный конкурс. И мы ее разыграем. Усики Найс, да, кстати, ребята, и это месяц, я не брился, месяц, целый месяц. Охуёво ко мне относишься, сука, обидно, а ведь я за тебя топил. Это твои проблемы, братан, личные. Ты участник версии, тем неприятен, как оппонент. Да все мне неприятно, если честно, я... К большинству плохо отношусь. Мало кому нормально. Я нажал много сердец, дай кофту. Короче, ребята... Кофта. Наверное, мы ее разыграем в сторис или здесь. Че, разыграем прямо здесь или сделаем сторис и зададим какое-нибудь интересное задание. Кто лучше всего с ним справится, получит кофту. Кстати, пох постирал подштанники. Кстати, подштанники это был один из пунктов, почему мы с ним после этого разругались. Забатлил бы с гнойным сторис, вы офигели с похом ссориться. В общем, задание, надо придумать задание, чтобы разыграть подштанники. Давайте подумаем. О, точно, слушайте, я придумал сразу задание. Нам нужно будет прислать, Давайте так, смотрите. У меня есть Есть еще вот такая, короче, самая первая футболка слова «Москва». Я не знаю, видно ее. Ну, в общем, это футболка слова «Москва». И, значит, так, сделаем так. Давай, Зай. Куда ты собралась вообще? Слушайте. Сделаем так. Разыгрываем кофту и футболку. Первое задание. Задание будет одно и то же, вернее. Вы должны будете прислать мне в Direct. Во-первых, самый оригинальный ответ, почему мы поссорились с Похом. А второе, самый правдивый. Самый близкий к этому. Вот. Количество не ограничено, то есть вы можете хоть сколько написать ответов, и самый оригинальный получит, самый оригинальный, наверное, получит, ладно, я сам выберу, что получится самый оригинальный, а что получится самый правдивый, и, возможно, это будет один человек, вот, так что, ребята, вот такое вот задание, я смотрю, сразу 10 человек вышло из трансляции, пошли придумывать ответы. Бля. Короче, мы записали микстейп, мы записали альбом, мы записали около 17 клипов. Впереди еще 4 батла намечено на лето. Что еще? Концерт, скоро тур. Ребята, скоро тур по республике Коми, это Усинск, это Сыктывкар, это Ухта. Если тут есть такие, ребята, скоро на стене появится вся информация. На вопросы отвечай, придурок. Какие вопросы, ребята, вы что задаете вопросы? Как себя видишь через 10 лет? О, через 10 лет я вообще буду кайфовать, ребята.
не по-детски. Я вообще не буду уже... Я сейчас так... И так сейчас не парюсь. Представляю, как через 10 лет мне будет вообще похуй на все, блядь. Сверх похуй. Я вообще такой... Ну ладно, я не буду говорить, какой. Пусть это останется нашей маленькой тайной. Ассалам с Павлодара, Пабло. Это Павло. Повтори еще раз про что там написать в директ. Короче, ребята, для всех, кто... Мы разыгрываем кофту похорониловскую, в которой я выступал на версусе последнем. И разыгрываем футболку «Слово Москва». Вот она. Кофта в стирке, к сожалению. Самая первая футболка «Слово Москва». Я в ней провел не один день, посетил не одно мероприятие, провел и ходил не на одну тренировку в них. Вот. Значит, задание такое. Из-за чего мы поссорились с Похом? Самый оригинальный ответ и самый правдивый. Два ответа. Соответственно, расскажи, как вы с Похом романтично искали закладку. Это вообще... Блин. Я помню, мы искали, короче, и копаемся, короче, в снегу. Копаемся. Блять, а там, сука, ебаный шприц с иголкой. Блять, сука, наркоманы. Бля, реально использованы шприц с иголкой. Вот как сейчас помню, мы такие двое вздрагиваем, отпрыгиваем от него. Я говорю, блять, нахуй, ты чё? Ну, я ему говорю, ты чё, охуел? Он говорит, в смысле? Говорит, не мой шприц. Я говорю, в смысле? Я говорю, возьми его и выкинь. И вот мы долго спорили, кто выкинет. А потом решили, просто ногой отодвинули его. Неважно, в общем. А, надеюсь, кто-то сел на нее. В общем, хэлчеткий баттл провели с Серегой. О, Дим, это ты, да? Это твой аккаунт. Спасибо, братик. Да, мало кто догадывается, что половина была фристайла, ребята. Блин, самые даже вот смешные, самые жесткие шутки, которые там были, они были придуманы на ходу. Про тот же Баунти, про открыло пизду, блядь, это все было вообще... Это все было просто, короче, ну, фристайл, короче, блядь. Мирон недопонял немного. Мирон уже написал и извинился. Написал мне... В личку добавился в друзья, я его, естественно, не добавил, потому что, ну, я обиделся, и нужно какое-то время, чтобы наши... Ну, мне остыть нужно, грубо говоря. Вот. Вот. Чтобы остыть. Приветик. Привет, Катюш. Привет. Твоя мама смотрит твои батлы. Моя мама видела пару моих батлов, и сейчас она мне, короче, мозги парит. Покажи, чем ты там занимаешься. Я говорю, мамуль. Она, короче, не умеет интернетом пользоваться. Ну, моей маме там. Я говорю, мамуль. Захочешь, найдешь. Если смогешь. Хелл, ты с Казахстана? Да, я с Казахстана. Приступ, привет, передай, он ждет. Приступ хуй сосет. Корифей слам, корифей странный. Пока ни с кем. Че пока ни с кем? А, корифей с кем следующий батл. Так со мной же, Диман, ты что, забыл, что ли, мы с тобой когда в июне батлим на слово СПБ? Или это не с тобой? Я что-то путаю, да, походу? Или это вообще не я батлю? Я вообще запутался, ребята, если честно. Корифей, охуенно, виделся с Кристиной, я просто не хотел палить. А, нельзя, да, палить? Райтрауна вызови. Ну, блядь, нахуя, блядь. Hell yo, тогда Лину привет передай, или Нику МС. Раз так, то да, когда ты будешь чекать конкурс, у меня там вариантов много. Я все прочекаю обязательно, ребят, даже если остается непрочитанных, я все прочитал, в прошлый раз я разыграл свою красную куртку.
Доставил ее лично. Кстати, я доставил лично свою красную куртку. Это была победительница. Хелл, что у тебя за кроссы? Найки Пегасы. Как тебе DeepXSense? DeepXSense это вообще просто... Это... Ну, это даже неплохо. Это вот знаете, как когда... Я не знаю, вот... Блядь. Это вот когда... Блядь. Когда выходит... Вот есть бой тяжеловесов, и представьте, на бой тяжеловесов выходит дрыщ какой-нибудь. Или представляете себе карлика, который играет в баскетбол. То есть ты смотришь на человека, он вроде бы батлит. Он вроде бы батлит, там что-то есть, да, что-то там в тексте, прикольные штуки, я этого не отрицаю. Но это просто невозможно воспринимать его образ или там его, короче, личный, его, вот, его внешность не коррелируется с... батл рэпом для меня лично, вот типа такого. Хотя как человек он производит вроде как охуенный божественный кросс. А ты что видел мои кроссы, Дима? Вот кому пизды дашь из батл рэперов, кому захочешь, кому и дам, блядь. Хелл, вы после бат с похом что делали? Мы поссорились сильно после этого. До сих пор как бы не общались пока что. Батл уже прошел 2 месяца назад, и пока что мы не общались. Когда был последний раз? У Дипа голос, зато узнаваемый тембр веселый. Да я хуй клал на голос, братан, если честно, вообще. Я вообще любой голос могу узнать. Просто эту модель кросса знаю. А, да, нормальный, кстати, у меня цвет еще охуенный просто. Мощный. Вот, такие дела, ребята. Я пропустил несколько вопросов, да, походу? Да, ой, бля, когда был последний раз в Узбекистане, бля, 4 года назад, очень хочу. Поеду, доделаю все дела сейчас, у меня очень много дел в России. Блядь, пока не могу. Кому, вроде как тебе Маша Хима? Так, что будет сейчас? Бля, а правда, что скрыть про них твой младший брат? Да, почему нет? Мощный, сочный, классный, прекрасный, приятный парень. Ты же орг слова Москва, сколько денег за это получаешь? Кстати, ребята, я бывший орг слова Москва. Отныне я не орг слова Москва. Запомните, пожалуйста, и распространите эту информацию, потому что с этим вопросом тоже... Очень много неудобств мне доставляет. Что общего между инвалидом и пчелкой? Что слово «Москва» сезона не будет? Я не знаю, ребята. Если бы я знал, я бы сказал. Ты же узбек, давай поболтаем на узбекском. А, давай. Как думаешь, зря я пошел на Фиделию? Не пошел. Братан, мы, видимо, все зря не пошли. Легкие деньги... Топ-лига. Лига для инвалидов. Hell.battle составит конкуренцию слову. Что, блядь? Каком, блядь? Я надеюсь очень на это. Скрипу привет передай. Скрипе привет. Когда фит с Мироном? С Мироном... Но он мне заслал демку, я пока ничего не могу накатать на нее. И мне минус не особо понравился, то, что он скинул, что-то не этот. Не вкатило, это ебучий вкус, блин, старческий. Вот, но респект, респект Оксимирон. Точка батл это что? Как оценивать идею батла против Оби-Вана? Оби-Ван, я думаю, вряд ли захочет, потому что ему, скорее всего... Ему, скорее всего, нужны более хайповые личности. Ты чисто батл МС, почему у тебя нет треков? Есть у меня треки? Есть у меня треки, братик. Ну да, я уже 2 года ничего не писал, но сейчас мы записали много чего. Но никогда это не выпустим, потому что самим не нравится нахуй поэтому. Продолжаем рефлексировать.
с Тирексом общаешься, а бывает, накидал на минус 40 пару тегов. Где твой мужчина, зай? Что? Выйдешь против Галата? Да, легко вообще. Кстати, Рили, где Тирепс? Тирепс, наверное, готовит что-то там. Кто сексуальный, Албалбиск или Райтрау? Ну, Албалбиск, конечно. Тирепс или Пох? Пох. Нафиг фит с Мироном, давай. С Дони, два супер узбека. Знаешь, чем рисуется слово узбек? Я голос улиц, агу. Через пару минут я не вспомню респект. Все, что мне лезет на ум, только рифма на слово узбек. Я с самых далеких окраин, где звери бегут. Так, с кем забатлил? Че на батле не отсосал плохо? Как тебе ноунейм? Ты пиздат. Да, да. Он победит в Ван. Ну да, скорее всего, побежду. Да, точно побежду, конечно, как бы. Я вообще хочу сказать, что, ну так скажем, 80% MC не из основы, из фрешблада победят 95% людей из основы. Это факт, как бы, если брать батловые критерии, там рифмы, панчи и т.д. т.д. т.п. Хелл на треках не хуже, чем на офлайнах. Это говорит о том, что я очень хуёвый, да, на треках. Короче, ребята, для новоприбывших, еще раз, мы разыгрываем ебучую кофту, в которую я выступал на Версусе, похорониловскую, и футболку «Слово Москва». Для этого в директ надо написать. Надо написать, что надо было. Какое, блядь, было задание, забыл. А, блядь. Я все прокурил уже, пиздец. Спокойной ночи. Окси сделал максимум с гнойным. Но, да, да. На тот момент, думаю, да, выжил из себя. Хотя хуй знает, на максимум невозможно сделать. Ты на батле 40% текстов фристайлишь, ну около того, 40%, да, где-то. Опять телка какой-нибудь отдашь. Не знаю, кто пришлет лучший ответ, тому и отдам. Вот, значит, разыгрываем. Вопрос следующий. Из-за чего мы поссорились с похоронилом после батла? Первое, кофту разыгрываем. Значит, самый оригинальный ответ и самый правдивый. Оригинальный и правдивый. Правильно, правильно, братик. Ты молодец или молодца. Кто ты? Что у тебя на заднем LG? Я не знаю, у меня там телевизор играет Russian Box. Что скажешь про батл с Дизом? Что у тебя с Дизом? Нормально. Где работаешь? Бля, вот этого лучше не знать. Сезон пойдешь. Я батрак обычный, рабочий. Работяга я, вот этими ручками. К чему руки золотые, без светлой головы? Великая цитата. Когда фит с Дрейком, гой двойную. Мне, пожалуйста, двойную рифму с панчлайном. Что скажешь про батл против дизастера? Окси победил? Ну, конечно, победил, блядь. Почему больше не делаешь так же, как на слово СПБ, как со всячими, которые там были как бог? А, братик, послушай, когда у меня будет соответствующий оппонент, я обязательно так сделаю. Сейчас все, что я батлил последнее время, где я... Ну, клоуничал, да, так скажем. Потому что мне был неинтересен оппонент вообще абсолютно. Вообще. Ну, или чуть-чуть. Ответ. Ты загонялся насчет Сереги, а он Абалбиск стырил твои очки, а ты подумал, что это пох. Кстати, блядь, Абалбиск в натуре забрал мои очки, блядь. У меня есть номер Абалбиска. Кому нужен, пишите в ЛС, тоже скину. Будем, блядь... просить очки. В конце комплиментарного батла слизку упустила. Вы, вот, ребята, вот, знаете, вот, кто пишет, мне, знаете, что было интересно, кто пишет эту хуйню, то, что слезу пустили, это реально, ну, там, прям слеза пошла, вот, до такой степени, да, я понимаю, там, дрожь по телу, там, пробежала, там, задела, да, за живое, ну, слеза, прям слеза, да, вот, ну, типа, мокро стало, да, у вас? Интересно очень. Здорово, чушка. Сукин. Сеймур сильный соперник. Ну, если оценивать по массовому запросу, то да. Считаешь Окси сильнее Диза, как батл МС в целом?
Блять, ну как можно оценивать дизастер все время батла на английском, а Оксимирона на узбекском, блять? Ты на гитаре играешь, я вообще, ну, на всем играю, ребята, у меня профессиональное музыкальное образование, я играю на фортепиано, играю на гитаре, играю на скрипке, умею играть на ударных, на флейте умею играть, вот, на трубе сейчас учусь играть. Я оргазм испытал от концовки батла. Пойдешь на РБЛ? Да, конечно, пойду. Скоро будем батлить за Б. На РБЛ. Как только выйдем и... Так. Нахуй я тоже играю. Как относишься к новому президенту Узбекистана? А я не знаю вообще, слушайте. Я скоро приеду в Узбекистан. Я ценю. Чем сейчас занимается сын проститутки? Ну... Я надеюсь, не проституции. Да он пиздец, даже гитару не держал. Еще ты пиздобола умеешь играть. В смысле, ребята, у меня, блядь, я просто сейчас не дома, я бы вам показал корочки. Блядь, я 9 лет отучился в музыкальной школе, вы что, охуели, что ли? В смысле, блядь, пиздобола. За кого на РБЛ 2 топишь? Я вообще не ебу, вы что, гоните, что ли, блин? За, блядь, за ЗБ топлю. Топлю за ЗБ. Он же участвует там, правильно? Вот топлю за ЗБ. Блядь. Сыграй нам. Ну, у меня нет ничего, я бы с удовольствием сыграл бы. С удовольствием. Ты ноги бреешь, что ли? Блядь, мне с детства задают этот вопрос, но... Ребята, посмотрите на мой гладкий, чистый еблет. Лучше для дедовщины нет. Вот, я... У меня вообще все голенькое почти. Почти. Куда Терес пропал, в курсе? Терес, он в соседней комнате валяется, блядь. За БС группу не вышел. Жалко, жалко. И Лига ебал тебя в рот. Мой хуй твой рот. Как на Украину занесло-то? В Украине меня охуительно встретили, кроме таможни. О, сейчас расскажу вам интересную историю про Украину, кстати. Короче, еду я, значит, в Украину, в Киев. Еду, никого не трогаю, по-моему, была уже ночь, а может быть и день, хуй его знает. Значит, еду я, лежу на койке своей, подходит ко мне, проезжаю нашу таможню, нашу, российскую таможню, проезжаю спокойно совершенно. Дальше еду через украинскую границу, подходят ко мне здоровые мужики и говорят, вставай. Я говорю, в смысле, в смысле? Начал под дурачка косить. Хотя что мне косить, я просто еду. Он говорит, так, куда ты направляешься? Я говорю, блядь, в поезд куда идет? Он говорит, в Киев. Я говорю, ну, соответственно, в Киев направляется, братик. Братик, ну ты что такие вопросы задаешь? Он говорит, так, у тебя приглашение есть? Приглашение. Приглашение. Я говорю, приглашение. Типа, как понять приглашение? Он говорит, приглашение, блядь, есть официальное. Я говорю, есть неофициальное, мне по телефону позвонили, пригласили, билет купили, вот. Он говорит, нет, официальное, показывает мне какую-то бумажку, что должна быть какая-то бумажка, там должно быть написано, я такой-то, такой-то, приглашаю такого-то, блядь, настолько-то, столько-то, блядь. Короче, блядь, для того-то, того-то, я в рот, я ебу, блядь, Алибабу. В смысле, какой нахуй? Я говорю, нет, конечно, нет такого приглашения. Он говорит, ну все, говорит, тогда выходи с поезда сейчас. Ну, короче, выводит меня уже в тамбур. Он говорит, все, братик, выходишь с поезда сейчас. Я говорю, ты этот, да, речи, значит, теряю, начинаю автоматически переключаться на узбекском. Кстати, кто не знает, я... Ну, я вырос в Узбекистане, и 17 лет я разговаривал на узбекском. Для того, чтобы говорить на русском, мне приходится сначала, думаю, то есть я на узбекском, параллельно перевожу и выдаю слова на русском. Это чтобы вы знали, да, что мы не в равных с вами условиях находимся. Вот. И, значит, он говорит мне, я ему говорю, братик, давай как-нибудь решим вопрос. Он говорит, ну, можем решить, короче, я говорю, я... Достаю из кармана, а у меня денег дохующие с собой просто, я ему достаю 500 рублей, блядь. Он говорит, ну 500 мало, говорит, мало. Короче, дал ему 1,5 штуки в итоге, по-моему. 1,5 штуку даю ему, он такой мне говорит, ну все, говорит, езжай. Он говорит, братан, говорит, братан-то, уже братан, да, уже я для него не этот, не
Чурка не воин, блядь, не враг, он, братан, говорит. Блядь, что он сказал? А, ты, говорит, приедешь только в Украину, в Киев. Ты, говорит, своим друзьям там, пожалуйста, эту историю не рассказывай. Потому что, ну, сам понимаешь, такая жизнь сейчас, что каждый как может делает деньги. Я говорю, конечно, конечно, я никому об этом не расскажу, братик. Ты же только что наебал меня на 1,5 штуки. Я никому об этом не расскажу. Я буду молчать, хранить нашу с тобой тайну, которую мы с тобой сейчас наедине сотворили. Братик, никому не будет рассказано. Никому. Только я и ты будем знать о том, что я тебе дал 1,5 штуки просто так, чтобы проехать. Почему бы и нет? Почему бы не промолчать? Ёбаный, блядь, рот. Не, конечно, естественно, я приехал, сказал организаторам, они мне вернули эти бабки. Вот такая вот замечательная история про Украину, про наш братский народ. Про... Печально, конечно, на самом деле. Ну ладно. Бля, я опять пропустил вопрос. Да, пожалуйста, повторите, если что-то интересное, забываю. Ну и помним, да, мы разыгрываем кофту, версусскую, похорониловскую кофту разыгрываем, в которой я выступал, и футболку, слово «Москва». А, ты был в Пскове, я был везде. Чейн сказал, что первый гнойный, потом Окси, третий Сеймур. Ты согласен? Нет, совершенно не согласен. А, у меня вообще тройка состоит не из таких. Мои любимые Battle MC совершенно иные. Из них, может быть, только Слава войдет, но... Ну, наверное. Видишь, Конфуз реально рос в Сибири или это Степ? Ну, он же снова, да, вроде. Кофту за лучший вопрос, сука. Кумыс или Камшот? Камшот из Кумыса? Почему КПСС боится батлить с Эймуром? Ну, я сомневаюсь, что он боится. Перечисли. Что перечислить? Свои зашквары? Там тот написал, что... Первый раз смотрю твои трансляции, в жизни вообще не такой, не такой, как где, блядь. Топ-3 МС. Ну, это 100% всячески. Это первое место. Ну вот, потом похоронил, наверное, и потом Славик гнойный. Вот, наверное, вот так я точно не определился. Этот вопрос часто задают. А, ну... А что бы ты выбрал, родиться русским или узбеком? Ну, в смысле, я ничего бы не... Я выбрал родиться корейцем, как видишь. Я на... Короче, ребята, еще, кстати. Очень много вопросов по поводу... Продолжают задавать мне вопросы по поводу моей национальности. Этих людей я просто сразу баню. Поэтому... Поэтому я еще раз повторю. Я много раз это говорил. Я... Короче, отец у меня на 25% казах, на 75% узбек, моя мать кореянка. Вот и считайте, кто я. Кто сделал первый шаг к примирению? Точно не я. Хабиб или Конор? Хабиб, конечно, всяческие пики или хуи. Забатли с гокилы на битах, легко. Когда в Киргизию заглянешь, тут станица батл рэпа. Я тебе вышлю свои данные, пришлешь мне билет, и мы в Киргизии с тобой. Твоя посторонняя пижа и посторонняя гнойного, потому что я его учил посторонней, блядь. У меня посторонняя уже в прошлом, уже мета-ирония. Мета-ирония, как мета-модерн, только мета-ирония. Ты хуй знает кто, блядь, где Сергей, ты знаком с Голкилой. Да, знаком, блядь. Салам, привет, когда у тебя тату тебе набьем? Тату у меня есть. А ты, о, ты можешь набить, бля, чел, ты можешь набить тату? Ты можешь набить тату? Чел, ты мне нужен. Ты очень нужен. Вот ты, вот тебя я искал. Ты, да. Два чуешь, два чую, братик. Может быть, вы испугались своих чувств больше, чем дружеских, и решили отдалиться? Сохрани эфир. Не буду я ничего сохранять. Мы проживаем эту жизнь, оставляем след прямо сейчас, вот в данный момент. Чиркаем свой след
промежутке времени в пространстве. Никаких трансляций, никаких, ничего не нужно этого, ребята. Мы здесь и сейчас запоминаем этот момент. Сергей Гоу, ты где? Покажи тату, где набил. Не покажу. Я могу набить ебало. А. Типа набить тату, набить ебало. Сейчас, ребята, там парень просто выстегнул. Я тогда записываю с экрана. Не надо ничего записывать. Любишь плов? Обожаю. Хочу в Узбекистан только ради плова, ребята. Только ради плова. Тату не покажу, братик. На бицепсе не покажу. Где надо, там уже было видно. Уже все было видно. Ок, не записываю. Да вообще мне похуй, хочешь записывать, вообще поебать на это. Как ты относишься? Что ты мне одолжение будешь делать? Записываю, не записываю. Как ты относишься к тандырницам? Все прекрасно. А бишбармак? Бишбармак так уже, вот, меньше, чем плов точно, и чем самсу. Батлить будешь? Скоро буду батлить. Когда захочу. Плохо набил. А вот для хуйха раньше ответы записывал. Ну да, почему нет? Я на очки в Германии. Катравайсер норм, Катравайсер норм. Ты отпустил меня жестко. Как же сам сахал. Почему никто не пишет про Алиэкспресс и посылку из Китая? Я не себе, когда я в тебе. Что думаешь про ресторатора? Ничего плохого не думаю. В прекрасных отношениях с ресторатором. Приезжу 12 мая, ну, как относишься к этому филиалу? А, ты какое-то официальное сейчас приглашение делаешь? Или ты просто так сказал, приедешь туда? А, братик, ты приедешь туда? Да, блядь, приеду. Я писал про Алиэкспресс вначале. Заебали про жрачку, шаурму захотел, бля. Когда следующий батл? Голик ковпалый. Где работаешь? Я батрак, я сказал. Я чернорабочий. Я ебучий чернорабочий. Ребята, я нахожусь на севере сейчас. Я северный, суровый мужик. Безмозглый. Я тупое животное, которое умеет работать только руками. Как относишься к РБЛ? Никак не отношусь. Абсолютно. Что на футболке написано? С Рэпсом как познакомился на слово Москва, кажется. Спасибо, халло. Пиздишь, сколько лет тебе? Сколько есть все мои, братан? Все мои. С удовольствием бы отдал кому-нибудь пару лет лишних, потому что уже за кого был в бифе? За Амаева в грязь? Какая грязь? Сердце именно Янао. Янао. Пождай мне, спасибо. Уверена, Бог сожалеет о вашей ссоре. Нет, я не на Ямале. Дай мне спасибо, забираю. Мы скоро создадим мир, где все будет за спасибо. Если никто не понимает концепцию, это как бы такое место, где валюта будет спасибо. Я тебе даю, ты мне говоришь спасибо. Ты меня просишь о чем-то, даешь мне, я тебе говорю спасибо. И все. Обнимаемся, расходимся. Удобно, удобно. Товарообмен. Каждому по возможности, каждого по способности, каждому по... Как там было? Забыл, блядь. В соседней комнате Тирепс вместе на вахте. Да, Тирепс рядом здесь у меня. Как относишься 13-47? Как тебе батл, Лёхи? Лёха, мне 13-47. Мы не устаем угорать с третьего раунда Лёхи Медь. Как он привез свою... Недавно мы угорали. Я привез свою девушку, которая болеет тут за меня и будет болеть. Они приехали поддерживать меня. Мы угорали недавно, что через лет 5 он скажет:
Тут мы приехали в Питер. Со мной моя жена, мои дети. Они приехали поболеть за меня. Я, конечно, понимаю, что многим такое нравится, но я, мягко говоря, скажем, не фанат. Поебень, короче, полная. Там были прикольные моменты, но 80% очень плохо. Правда ли, что у Голика существуют свои боты на 2ч с денег? Конечно. У Голика везде. У Голиков не то, что у него боты. Он сам там сидит целыми днями и пишет всякую хуйню, блядь. Вот. Знаком с грязным Рамиросом. Нет, ты был в Ельце. Нет, кстати, блядь, один раз я должен был побывать в Ельце, но не смог. Короче, ребята мне уже тут пишут, сколько можно болтать, типа, все, пора завязывать. Не нравится людям, видимо, что я так долго, я... О, уже 40 минут прошло, ребята. Покажи тату. Зачем тату? Блин, зачем вам, ребята, эти вещи? Зачем тату? Я с Узбекистана, я тебя поздравляю, брат. Еще 27 миллионов человек с Узбекистана. Мы все оттуда, блядь. Узбекистан – это корни мира. Салам алейкум, нига, брат. Ты с Казахстана постретил. Дарек, дичь посмотри. Хорошо, братик. Как скажешь, тебе тоже дичь. Дичь тебе. И тебе хай-вай. И этот саламчик, харыбчик. Бля, с кем планируешь фиты? Только со своими ребятами, ребята. Только с тем, с кем, кого мы любим. Голик Гомо Форсер, пиздец, не ожидал. Хел, хочу увидеть твою татуху. У меня много татух, ребята. Чтобы их все увидеть, нужно меня раздеть полностью. Тогда можно будет увидеть мои татухи, ребят. Мне их... Бля, хуй знает, сколько их. Че набить-то хочешь или исправить? Если ты не можешь этого сделать, не пиши об этом. Я хочу набить, у меня есть большая идея, то, что я должен набить. Огромную на всю спину я хочу доделать. Полностью на спине у меня должна быть охуенная. У меня и перебить там. Вообще не важно, ладно. Привет, Сурганы, привет, братик. Мы бы разделились. Спасибо, что читаешь. Ну, я для этого и зашел сюда, ребята, чтобы почитать, поотвечать. Мы не против, чтобы ты разделся. Ну, давайте, почему нет? Сейчас разденусь. Хули нет-то, Вот эта футболка будет разыграна. Вот эта футболка будет разыграна, короче. И кофта. Кофта. Какая кофта, блядь, забыл. На Версусе, который выступал. Не забываем, разыгрываем. Я еще сторис, наверное, запишу, чтобы разыграть. Покажи писку. Сукины дети, блядь. Спасибо. Определи сроки конкурса. Сейчас я в сторис все напишу. Ну, давайте до завтра, что, как сторис, там, скажем, на 12 часов, на 15 часов. Как только я увижу самый лучший ответ, я сразу скажу об этом. Когда ты разделся. Почему вы сделали такой охуенный балл? Потому что мы охуенные, блядь. Как не можно было это... Неужели вы раньше не понимали этого? Ребятки, неужели нужно было постараться, да, чтобы вы поняли? Типа сразу же видно, знаете, типа у человека потенциал его и насколько вообще и работоспособность его головы. Вот. Квартирка, наверное, спал, букера делает, ебал букера. Да, был один раз.
когда мы... Почему ты в инсте ни на кого не подписался? Потому что мне не интересно никого смотреть. Вот. Мне не нравится смотреть Инстаграм. Я этот производитель, а не потребитель. Топ-флоу. Смотришь казахский версах Сержа. О, я видел, кстати, пару выпусков оттуда. Мне оттуда писал чувак как-то. Как же его звали, блядь? Сука, забыл. Самый, короче, там нормальный, харизматичный чувак. Хелл, ты еще не вышел из образа, а ну-ка растяни глаза. Как тебе Дима Хаски? Хаски нормально, но чуть-чуть меня голос напрягает, короче, его. Так, по тексту вообще супер. Охуительные метафоры, бля. Реально. Ну, то есть, если брать текст, то это местами прям шедеврально. Пох выложил два фото с тобой. Ну, он, видимо, намекает на какие-то... на сближение очередное. Но пока он лично не... Ладно, в общем, это не важно. Ты в конце чуть не заплакал душевно. Я просто сыграл это, ребята. Я не хотел плакать. Мне было вообще поебать, блядь. Я тысячу раз это отрепетировал, как я должен это сделать. Типа, я сейчас заплачу. Мне вообще поебать, если честно. Я просто отчитал, как железо ебаное, блядь. Каленое железо. Посмотрите на мое ебало. Я могу заплакать разве? Пох, хочет с тобой помириться, поэтому выложил фото два с тобой в инсте. Возможно. Как тебе ТЛ? То же самое, вот примерно, что Хаски. Ну, в смысле, объяснение. Короче, ребят, все, у меня батарейка садится. К сожалению. Последний раз повторяю, что мы разыгрываем. Разыгрываем, да. Разыгрываем вот эту футболку, слово «Москва». Разыгрываем кофту, в которой я выступал. Выступал на слово, ой, на версусе последнем. Два вопроса. Ты правда поцеловал поху, да? Почему бы и нет? Что тут такого, поцеловать в щечку? Вот, например, когда мы увидимся за мамой, он всегда вообще целует меня в щеку. То есть мы встречаемся, обнимаемся, он целует меня в щеку. И мы там нет такого, ого, ты что, поцеловал меня в щеку? Ебать, бля, это... Вообще, я вам хочу сказать, во многих азиатских, вообще во всех азиатских, среднеазиатских странах принято как бы там при встрече или при прощании даже три раза целовать друг друга, даже не только на Кавказе то же самое. Ребята, это все зависит от того, какой смысл ты это вкладываешь, понимаешь? Если ты вкладываешь в это гейские подводные камни накидываешь, то, соответственно, это уже ваше воображение и фантазии. Хотя, кто знает... Вот. Не, на самом деле, конечно, если по правде говорить, вот этот третий раунд, ну, я сам с дрожью его и писал, и читал. Ну, так. Искренне достаточно. Потому что я долго очень сидел и не мог написать. А потом буквально за один день накатал его. Да что за один день, за час? Вот последнюю концовку, там, которая на 2 минуты, очень быстро просто вышла из меня. Когда был последний раз на Руси, тоже три. Посмотри, пост директор одной, там пиздец. Сейчас я все посмотрю, ребята, обязательно. Даже если я будет, типа, что я не принял запрос, это я могу забыть нажать кнопку. На самом деле я все прочитаю практически. Ну, постараюсь. Похоронила, был супер батл. Оба красавцы. Я поржала от души. Умничка, умничка. Умничка, все для тебя. Мы старались, чтобы ты поржала, чтобы ты посмеялась нас. Как такие вот мы клоуны, любим развлекать, приходим, чтобы развлечь людей. Вообще, знаете, что я еще заметил в последнее время, что раньше я получал удовольствие, то есть, когда батл выходил, я получал большое удовольствие от того, что он вот он вышел, как бы в свет, и вот от этого, ну... так сказать, от отдачи получал много очень положительных эмоций и этим заряжался. Сейчас же пошло обратное какой-то процесс. Теперь я получаю удовольствие
От репетиции не получаю удовольствие от написания и от выступления больше, чем от того, когда батл выходит, и я получаю отклик. От этого я в последнее время вообще ничего, ну как... Вот последний батл вышел, я раньше, знаете, как-то вот прям сидишь и думаешь, ой, ебать, сейчас выйдет из какой-то вот с трепетом. А сейчас как-то он вышел, и я намного больше эмоций получил от написания текста и больше всего от выступления, вот. То есть сейчас целиком полностью направлено на то, чтобы созидать, а не получать. Залетай на плоу, разъеби 8 барса. Да нет, братик. Ебать, у тебя мордашка мультяшная. Мультяшная. И это... Хорошо, надеюсь, это. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Почему так мало батлов с тобой? Блять, у меня 14 батлов или 13 батлов. Это мало, по-твоему? Ты что, гонишь, что ли? Для того, чтобы я залетел на какой-то BPM батл, для этого нужно, чтобы организаторы придумали хороший для этого ивент или что-то типа того, или, я не знаю, если это им вообще интересно. Для этого нужно писать им, ребята. Вот так, не мне писать, а им писать. Эй, когда ты позовешь Хэлла вот с тем-то, эй. Бля, хули ты меня игноришь? Вот, начинается даже здесь. То же самое в личке. Братик, ты видишь, сообщения летят просто. Или я начинаю пиздеть какую-нибудь свою шаверму, блядь, и просто не успеваю прочитать то, что там калякаешь своими ручонками. Шаришь, о чем я говорю? У тебя сам, сука, 3-2016 года. Да, как ты об этом узнал? Охуеть, удивил. Что там с конкурсом? Сейчас я зайду, все прочитаю, напишу. Когда первый раз видел батл, тебя твоих текстов ржал от смеха. Очень странно, если, значит, ты первый раз меня на версию увидел. Буду писать это ухуели, тебя не приглашать, уёбки. Как-то раз меня звали батлить с... вот сейчас финалист Back to Beat, Mad Soul. Еще где-то полгода назад или год назад что-то такое было. Мы общались, я не помню точно, что было, но тогда, короче... Ну, в общем, не получилось, скажем так. Ударил плохо ладошкой. Шарю. Когда заканчивается конкурс? Исла де Муэрта, как тебе? Как кто, не знаю. Ну, пойдет, типа, вот, могу все же сказать. Умеешь плов готовить? Конечно, я вообще умею все готовить. Я вообще много чего умею. Если на самом деле вы спросите, вот будете сейчас задавать рандомно, что я умею, и очень мало будет того, что я не умею делать. Потому что так получилось, что я с 6 лет рос один, как бы, ну, с 7, да, скажем так, как в школу пошел, я рос один на отдельной квартире, и мне, короче, я много чего умею делать сам, практически все абсолютно, бытовые вещи какие-то основные, ну, вообще все. Скажи серьезно, кто ты по нации? Я уже сказал, кто я по нации, только что, и я не пиздит. Чем пахнет моя жопа? Чё курите в рашке? Индейцы там имеется? Тут имеется все, что захочешь. За твои деньги любые удовольствия. Умрёшь, сосать, трих. Ну вот, ну пошли вот эти вот. Ребята, вот потом вы хотите, чтобы у меня не было постиронии. Вот я сказал вам, задайте адекватный вопрос, и тут сразу. Умеешь сосать трихуй одновременно? А ты умеешь срать сникерсами? А потом, бля, ты почему ты постоянно постиронии? Почему ты несерьезно отвечаешь? Да нахуй мне отвечать, ну серьезно. Мы же с вами понимаем друг друга прекрасно. Как друг друга подъебывать? Так что хуй сосал, головкой срал. Карузо. Здорово, земляк, здорово. Если земляк, то здорово. Бля, если есть тут какой-то оленевод, который записывает это, знаешь, что я тебя вижу? Я тебя знаю. Планируешь треки записывать или может есть? Да, записали треки. И есть треки. И уже записали еще. Некоторые батлы ты говоришь про насвай, ты его сам кидаешь. Не кидаю насвай, никогда не кидал. Я просто живу с бег, просто готовит хуёво. Ну, золотые ручки, светлая голова. В Украине был-был, приятно, словно кусаю за лупу десной.
Народное блюдо какое, ну кроме пельменей, макарон? Плов. Я оленевод, но я не записываю. Теперь буду пиздеть слова на батле типа Карузо. Ладно, ребята, короче, уже час пиздим с вами. Осталось 28 секунд. Почему?